сбривали Джина Гвавки. Нав, ну вот второго, скорее всего, в пленте не читает. И это легкая добыча для главного бомбардира. Ого. А вот тут переиграл. Так. Кит Маркович. Ну как переиграл? Ты понимаешь, что просто такой угол неожиданный для Симпла, в котором он ставит бомбу? Да, то есть, по сути, ну вот, что думает Симпл? Скорее всего, хелпующего будет ожидать в библиотеке, и бомба в этой позиции точно не будет ставиться. Но это было действительно та надежда, за которую Нав мог зацепиться. Че, это не Стюи случайно? Над кем это они решили надругаться? А, это же Нав. Что за кибербуллинг? Я что-то не понял, к чему это вообще. Что-то разозлили там пацанов.